Вот так вот его. Накололи вот так вот. Он держит вам этот лучок. И вы его режете. В общем, отличненько нарезаете колечки. Так. В общем, в принципе, мы сегодня лука много не будем добавлять сюда. Потому что это луковые получится у нас стейки. Ну, вот, вот так разбираете лучок. Вот, пожалуйста, на тарелочку. Так. Этот мы положим пока туда. Он нам мешает. Он нам лишний, да? Вот. Тарелочку вот поставила близко к плите газовой. Видите, что образовалась? Кайма такая. Мне не нравится. Я не люблю не кушать с нее. Мне нравится, чтобы тарелочка была красивая. От огня она испортилась. От плиты газовой рядышком стояла. Подгорела эмаль на ней. Вот, гляньте, какая красивая у нее какая, да? Тарелочка с подсолнышком. Были такие с вишенками, но мы решили с подсолнышком взять. Помилее как-то. Вишенка красная, это желтенькое такое солнышко на кухне. Вот. В общем, я люблю, вот люблю поговорить, мы на кухне любим. Вот готовим, разговариваем, готовим, там телевизор смотрим. Вот кухня, это вот прямо такая душа квартиры, дома вашего, семьи вашей. Вот. И, в общем, вы тут хозяйка, вот полная хозяйка, как говорится. Вот. Конечно, я считаю, в идеале женщина не должна работать. Она должна работать, ну, как сказать, из таких соображений, вот что, нравится ей работать, пусть она работает. Работа женщины – это дом. А вот мужчины могут работать и приходить в дом, где ждет их прекрасная их хозяйка. Дома, жена, там, невеста, кто там угодно, да? Вот, поэтому я вот за то, чтобы женщины работали меньше. А мужчины пусть работают, ну, не напрягаются так там сильно, допустим, чтобы не заболеть. А вот поработал человек, должен какой-то обеденный перерыв человеческий быть. Какие-то выходные должны быть, я считаю. Вот мои родители счастливые люди по-своему были, да, вот они жили. У них было два выходных. Мама, был 8-часовой рабочий день по законодательству. В общем-то, это было здорово, конечно. А сейчас я не знаю, куда-то нас, в общем, жизнь прибивает к какой-то бесконечной работе. Вот бесконечно человек должен работать, 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 пока не сдохнет, грубо говоря. Вот, вот эти вечера, вот эти вот у людей, не у каждого же они такие есть. Люди работают сейчас по-разному, графики разные. И семьи сейчас не собираются так, как раньше, вот мы собирались за дружным столом, да? Вот, а сейчас как там, всем, у всех разные выходные. Люди разобщены, конечно, по большей своей части. Почему семьи рушатся? Потому что нет контакта в семье, потому что спешка, торопышка. Я не знаю, когда люди там детей успевают между дел делать, вообще не понимаю. Как они их вот вообще, смотрю, коляски катят, тут они с детьми даже не разговаривают. Меня вот это потрясает просто. Что вот едут, ребенок вот едет молча, мама молча идет, и ребенок молча. Да я ни минуты с ребенками своими не молчала. Вот шла, разговаривала, говорю, вот природа, вот красота мира сего. Ну что, ребятки, в общем, все ингредиентики я приготовила, да? Стейки мои потаяли, смотрите, какая красота. Водичка с них вытекла, это ледяная. Написано, что полностью их надо разморозить. Благо на кухоньке тепло у меня. И мои стейки уже такие вот такие красивые. Так, ну что, берем мы сейчас фольгу. Так, солим. А, посолить там надо, да, их вот так, ну, сольцей. Сейчас мы их вот так вот солечкой. Вот так вот мы их солечкой сейчас. Вот, красавчики мои. Вот какие вы хорошенькие. Лапочки вы мои. Ах, вы какие пригоженькие. Ах, вы какие хорошенькие. Так вот. Ой, солечкой вот так натрем их. Вот так вот. Сейчас они у нас постоят с солечкой. Солечка растворится. Так. И сейчас я буду делать из фольги такие. Я нарежу листики такие фольги.